Одни таможенные пункты в пандемию полностью закрылись, на других работы прибавилось. Разгрузить отдельные пропускные точки помогла программа перепрофилирования должностных лиц. Установлены так называемые универсальные солдаты. Ну, это рабочее название той программы, которую мы запустили в начале 2020 года еще. И реализуем в течение вот этих двух последних лет. Создается программа обучения. Здесь есть у нас, во-первых, отделение подготовки кадров. И высококвалифицированные специалисты в самой таможне. Обеспечена оптимальная работа пропускных пунктов, не только кадрово, но и технически. Брянская таможня продолжает динамично развиваться. В прошлом году по программе Федеральной таможенной службы проводился эксперимент по искусственному интеллекту. То есть снимки, которые мы получаем, рентгенозображения, анализируются не только должностными лицами на различных уровнях, но и предпринимаются уже первые опыты создания искусственного интеллекта, то есть вообще без участия человека. Это существенный прогресс. Также на вооружение Брянской таможни поступил дополнительный транспорт для мобильных групп. Мобильные комплексы, специализированные, оборудованные радиосвязью, компьютерной техникой. Ну, то есть такая вот интеллектуальная боевая машина, которая сопровождается специально подготовленными должностными лицами и предназначена для остановки транспортных средств, незаконно перемещающих товары в трансграничной торговле. Не так давно Брянская таможня приобрела статус таможни фактического контроля. Это подразумевает усиление антикоррупционной борьбы. Работники подразделений перестали быть просто госслужащими. Они сотрудники таможенных органов. На пенсию выходят раньше, молодых кадров привлекают больше. Выпускники Брянского госуниверситета, филиал Плехановки в Брянске, РАНХИС. Вот это основные поставщики кадров. Плюс еще ребята, которые закончили Российскую таможенную академию. Они проходят соответствующий конкурс, отбор, получают погоны и в бой. По итогам минувшего года Брянская таможня – абсолютный победитель конкурса Центрального таможенного управления на звание лучшего коллектива. Именно слаженная работа сотрудников Брянской таможни обеспечивает надежный пропускной контроль даже в условиях пандемии. Дмитрий Кузнецов, Александр Савельева, Виктор Левченков. События. Брянск.